Всем привет! Пришел такой вот, в общем, модуль на очки, смотрите. Вот он. В общем, все это знают уже, что такое. Это Head Tracker, который Google X выпустили для того, чтобы заменить встроенный. Ну, как заменить? Встроенный ни хрена у них не получилось реализовать, поэтому они выпустили внешний. Но, вроде как, Матех нам говорил, что в новых версиях плат, которые выйдут, скорее всего, этой осенью, ну, либо, может быть, уже по зиме, то там уже все это будет внутри на плате стоять, поэтому проблем не будет. Вот. Но еще один из классных функционалов этого модуля, это у нас фактически можно подключить аналог вот таким вот образом. То есть обычный какой-нибудь Rapid Fire вы сюда подставляете, и все у вас работает. Ну, не совсем работает, как-то вот так вот это все, блять, ну, похрен, в общем, работает. Но есть одно но. Вся эта канитель имеет одну проблемку, и очень серьезную, она не пишет DVR. То есть, если вы где-то, как обычно, шибанетесь, да, для чего мы DVR-то пишем, чтобы в случае чего аппарат найти, там, координаты записали, все дела, это вообще никак не пишет. Для этого здесь вот сделан отдельный модуль выхода, вот этот вот, который сюда подключаете, какой-нибудь внешний DVR. Не понимая, где его, конечно, искать, это еще какой-то DVR, и, в общем, считайте, у вас не будет записи. Поэтому использование данного модуля, ну, такое себе. То есть, я вот сегодня летал на этих очках, то есть, как вы видите, здесь у меня на скайзонах обычный этот Apple патч стоит, но здесь это тоже Apple-овский патч. То есть плюс-минус одинаковые антенны, я их мерил. Вот это чутка, может быть, получше, но не намного. Вот, приемник это у нас АКК-96-канальный, новый приемчик, вообще прикольный, кстати, тоже, может быть, как-нибудь, если интересно, расскажу. От 4,9 до 6,1, по-моему, что ли, гигагерц, ну, в общем, в широком диапазоне работает. Из-за этого есть плюсы, ну, например, там, не мешайте цифровикам, можно там на более низкий канал спуститься. Антенки только другие надо будет, ну, это тоже все не проблема. Так вот. Самая интересная картинка. И я не могу картинку показать с аналога, потому что, блядь, он не записывает. Но зато я могу показать картинку с этого. Ну, понятно, что без вот этой картинки сравнивать вы не можете. Но визуально скажу так. Товарищи вон они стоят, смеются. Уже посмотрели в эти очки и приохерели. Они мылят как-то. То есть ощущение такое, что Кадикс попытки избавиться от этих шумов аналогов. То есть картинка кажется такая бесшумная почти. Но она вся мыльная, в общем. И вот, например, номера машины, если мы проверяли, так подносили аппарат, ну, где-то метров с пяти, вот на этих очках, ну, с этим модулем, то есть уже не видно ни хрена, все мыльное, просто какая-то там черная месиво на номеры. В этих очках в два раза дальше отходишь, то есть где-то метров на 10 номер еще более-менее читаемый. То есть получается вот, то есть вроде как будто картинка лучше, но она хреновая, она мутная, в общем. То есть вы ничего не увидите, то есть детализация, сами знаете, так на аналоге не очень, а это какая-то дичь. Поэтому сколько обзоров смотрел, блядь, нет. Не сказала, что такая проблема вот с этим модулем, и что видео на выходе такое. Я еще думал, что это проблема с этим модулем. Хуйня, я дома проверил, у меня еще есть от SpeedyBee приемник. Точно такая же картинка, в общем, ничем она не отличается. Дело явно не в приемнике, а дело именно в постобработке у Кадикс вот аналогового сигнала. Ну и по поводу качества очень интересный момент, смотрите. Вот это SkyZone, запись них. Смотрите, как видно надпись здесь, надпись у меня на микрофоне. А здесь батарейки у меня лежат, вот это ХРБ, еле читаемая надпись. И здесь 500 мАч, ну, в общем, тоже так себе читаемо. Здесь 1500, вы тоже не видите, это АКК, ну, надпись. Все понятно, она мутная. А теперь давайте посмотрим, как это выглядит в очках Oxnail. Так как там запись не идет, соответственно, я запись идет у нас, ну, как вам сказать, через HDMI кабель. Картинка точно такая же, я вот вижу сейчас на OBS студии, в общем, точно такая же, что у меня и в очках. Видимо, никто этим не пользуется, поэтому все как-то и не показывают. Так что вот я к тому, что кто будет все подумать, что вот сейчас буду использовать очки вот с этим модулем, с аналогом, и будет все классно, не классно. У вас не будет, во-первых, записи, у вас не будет нормальной картинки. У меня здесь стоит Razer Mini, причем хорошая, кстати, камера. Среди аналогов днем, если летать, да даже вот как сейчас пасмурная погода, вообще отлично. Тебя, ну, показывает, наверное, очень качественная картиночка. Ну, для аналога, опять же, понятно, что это далеко не цифра, но работает, в общем. Так что вот, наверное, все, что я хотел сказать по этому модулю. Имейте в виду, то есть, кто собирается его ставить, покупать, то есть, во-первых, это нахлобучка, которая вот так вот еще перекрывает вот этим проводом питания радиатора. Вообще очень странно, вот смотрите. Они вот здесь сделали такой, да, угловой, то есть, ну, все логично, да, вы воткнули, ну, шикарно, да, мешает. Так а что сюда мешало сделать такой же угловой, чтобы вот он не закрывал эти очки? А так получается, ну, если вот так вставить, ну, это, в общем, ну, я не знаю. Как говорится, Кадикс, он и Кадикс. Ну, жаль. Так, конечно, штука прикольная. Читайте, это такой мелкий мой доеб, да, небольших косяков, но они есть.